После четырехлетнего перерыва, связанного с коронавирусом, участники городского фестиваля детского творчества «Лангепасская звездочка» вышли на большую сцену. Порядка 150 малышей в возрасте от 4 до 7 лет показали свои творческие возможности. На суд жюри было представлено более 50 номеров в разных жанрах – вокал, хореография, поэзия. Дети и их руководители, как всегда, удивили оригинальностью постановок, концертными костюмами и необычайным артистизмом. На фестиваль направили заявки 153 воспитанника дошкольных учреждений. Все дошкольные учреждения традиционно принимают участие. И каждый год этот фестиваль открывает для нас новые таланты. И мы стараемся создать условия для развития детского творчества в каждом дошкольном учреждении. Каждый воспитанник, принявший участие в данном конкурсе, обязательно получит ценный приз и будет награжден первым, вторым, третьим местом. А кто-то самые лучшие выступления у нас получит гран-при.